Смываем, смываем, смываем. Идем в зал. Чисто, кристально чисто. Я проклятая кошка. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Уу! Короче, ребята, мне посоветовали поиграть в одну проклятую игру. Там проклятая кошка, которая превращается якобы в монстра. Про нее ходит множество слухов, но мы с вами не верим слухам, и поэтому проверяем все на себе, то бишь на мне. На своем втором канале я уже играла в эту игру, и там она превратилась в жуткого монстра. Это было настолько эпично, что у меня чуть глаза не выпали, это было страшно, реально. Если вы не видели этого видео, посмотрите вот здесь его, оно вот оно, но ссылочку на него я оставляю в описании. Как только досмотрите этот видос, переходите туда, чтобы все увидеть. Все те, кто поставят лайки за 3 секунды и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет сумасшедшая жуткая кошка из этой игры. 3, 2, 1, 0. Поставили лайки, молодцы. Но мы начинаем. Ну вот, собственно, наша кошка, она вся грязная, вонючая. Она разговаривает со мной. Вы знаете, что я могу разговаривать с ней. Разговаривать с ней. Видите, она повторяет за мной фразы, меня это пугает. То есть, она меня слышит, это действительно страшно. Слышит, это действительно страшно. Конечно, страшно, особенно то, как ты выглядишь. Меня поражает ее внешний вид, если честно. Я не знаю, похоже ли это на кошку вообще. Особенно вот эти зубы странные человеческие, это реально странно. Ладно, давайте ее покормим для начала или помоем. Давайте помоем, меня раздражает звук этих мух. Звук мух. Итак, намыли. Намылим нашу кошечку. Тик. Намылили, постоит, пусть отмочится хорошенечко, потому что это, да, 50% тем не менее за намыливание. Давайте смоем. Почему мухи не ушли? Мухи, уходите! Мухи почти ушли? Ушли. Чистота, чистота. У-ху! Это классно. Давайте немножечко ее поспим. Но я спать ее не буду, потому что у меня есть одно зелье. Да хватит меня слушать! Она меня слушает. Но я спать ее не буду, потому что у меня есть одно зелье. Да хватит меня слушать. Она меня слушает. Жуткая кошечка какая, а. Давайте зелье ей дадим, чтобы она не хотела спать. Благодаря этому зелью наш сон восстанавливается. Можно мне такое же зелье? Благодаря этому зелью наш сон восстанавливается. Все мы знаем, можешь не рассказывать. Давайте ее покормим виноградом. Она так жутко ест, как будто переламывает в своих зубах чью-то кость или конечность. Ну, это одно и то же. Или конечность. Ну, это одно и то же. Я жуткая кошка! Я жуткая кошка! Я жуткая кошка! Ура! Так, давайте апельсинку. Ой, посмотрите, у нас там появились какие-то морепродукты. Мне кажется, кошке должно это понравиться. Она так жутко ест, вы заценили. Это просто капец! Сыр! Кока-кола! А может, это виски с колой? Я не знаю, что там у нее на уме. Она действительно меня пугает. Ну все, вроде поела. Смотрите, смотрите, она не хочет есть. Выкопендривается. Ты ешь, давай про запас, еще неизвестно, когда я тебя буду кормить в следующий раз. Давай, давай. Ну давай. Давай сыр. Ну хохочешь, какая ты вредная. Итак, возвращаемся. У ней вообще на нуле стоит показатель счастья. Давайте ее погладим. Не очень нравится ее гладить, она потому что странная. Да? Воу. Давай еще. Она мурчит, но уровень счастья почему-то не растет. Что мне с тобой делать? Извини, конечно, но я пытаюсь. Ладно, давайте сыграем в какую-нибудь мини-игру. Давайте вот в такую. Next. Next. Я не знаю, просто play вообще. Так, и что я тут должна делать? Извините меня, пожалуйста. Ну, зелененькие, красненькие. Не подходит? Фиолетовенькие. Еще зелененькие. Желтенькие, окей, красненькие, какая-то игра для дебилов, извините, ну ладно, я сегодня могу им побыть, окей. Что за черненькие точечки появляются слева, давайте заполним вот это все поле, потому что я не понимаю, что от меня хотят, но тем не менее я это сделаю. А дальше что? Я заполнила. Очков 0, уровень 0. Классная игра, вообще просто супер. Мне понравилось, я не хочу в нее больше играть. Давайте, может быть, полетаем.
Полетели волосы назад. Прыг, скок. Game over. Очень быстро у меня кончаются мини-игры, реально мини-игры. Давайте еще раз полетим. Так и что она мне нажимает? Прыгни, прыгни, я прыгаю. Ладно, еще раз. Tap to jump. Нажми, чтобы прыгнуть. Зачем? Зачем, если я опять пропаду? Все, до свидания, уходим отсюда. Ладно, давайте food drop. Давайте нажать, чтобы играть. Давайте нажмем, чтобы играть. Хорошо, я все сделаю. Вы главное это... Вот так. Вот так. Вот это мне нравится. Нормально. Гейм-оверочка. Что, в чем проблема? Я ела всю еду. Я прыгала вправо-влево. Я все сделала нормально. Я хочу еще. А, смотрите, мясо можно есть. Бананы можно есть. Капусту можно есть. Яблоки нельзя. И все, что гнилое, мне есть нельзя. Так бы сразу сказали. Что не сказали-то? Так, что летит? Капуста. Мне подходит. Это плохо. Мне не подходит. Вот это хорошо. Мне подходит. Это подходит. Это не подходит. А, я поняла, что надо делать. Ура, до меня дошло. Просто сейчас только утро, и я не совсем хорошо понимаю с утра все. Я не виновата в этом. А-а-а! Яблоко, яблоко. От яблони недалеко падает. Ням-ням-ням. Ням! Ладно, я заработала 16 очков. Это мне хорошо. Сколько у нас уровень? Счастье 100%. Это счастье, друзья. Так что, давай поцелуемся. Вот сюда прям. А! Давайте зацелуем, 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 зацелуем. Максимальный поцелуй. Что у нас еще тут есть? Музыка! Нас связала тайной нашей, стала всем уговором. Это самые странные танцы в моей жизни. Как она вот так вот, вот руками делает, как какой-то, знаете, пингвин. У пингвина нет рук, я знаю, что у него их нет, но тем не менее, это очень странные танцы. Мне иногда кажется, что я танцую так же. Блин, надо с этим что-то делать, надо как-то добавлять больше пластики в мои движения. Я же женщина, в конце концов. Долго это будет продолжаться? Давайте попробуем другой танец. О, все, понеслась душа в рай. Вот это вот все, вот эти вот движения. Вот пластичность, пластичность. Мы добавили в ее движение, она уже выглядит лучше, только когда вот так не делает. Давайте еще какой-нибудь. Укулеле. Давайте фан гитар and укулеле. Опять тот же танец, который был первый раз. Давайте другой. Downtown Saturday Market. Давай. Не нравится этот танец. Clapping укулеле. Что, все с укулеле связано, что ли? Или что за укулеле? Это такая маленькая гитарка, да, на которой надо шурудить. Мне не нравится укулеле. Дурацкое название. Укулеле. Что-то надо было выпить или съесть, чтобы придумать слово такое. Укулеле. Офигели. Так, все понятно, короче, с этими танцами. Давайте поиграем на пианино. Музыка нас связала, продолжается. Опять эти танцы. Но тем не менее, мы играем на пианино, и она как бы такая вся у-у. Ла-ла-ла-ла. Меня пугает это вот, вот ее движение. Я бы не хотела, чтобы моя кошка пришла вот так вот, вот когда-нибудь начала передо мной вот такие движения делать. Мне, конечно, может быть, было бы смешно первые 5 секунд. Но потом у меня бы началась паника. Я бы выпрыгнула в окно, потому что коты так не двигаются. Вот так вот, вот они не двигаются, это ужасно. Ой, давайте померим одежду, да, у нее есть луки. Вы сейчас офигеете от этих луков. Есть луки, вы сейчас офигеете от этих луков. Спасибо, я это уже сказала, зачем ты повторяешь за мной 25 раз? Короче, мы с ней не договоримся. А что, ничего не меняется? Ой, это ужасно, мне не нравятся очки. О, какая черная кошечка, да ты пантера. А это такая домашняя, плюшевая, бежевая, классическая. А это губка, Спанч Боб. Проживает на дне океана. Он же реально Спанч Боб. Далеко до леопарда. Леопард бывает разный. Ну, давайте дальше. Это какой-то морозный, усатый Санта-Клаус. Усатый Санта-Клаус. Да, именно так. Посмотрите, какие-то I love и усы нарисованы. Что, I love усы? Рисованы. Что, I love усы? Она любит усы, я ненавижу. Так, селфи, селфи, селфи. Ты не все слова мои повторяешь, она не все слова мои повторяет, это плохо. Вот это вот вообще какой-то ужасный детский сад. Что это, дива in training, дива в поезде? Куда ты собралась-то? Нью-Йорк. Вот так, да, в Нью-Йорке должны люди выглядеть? Хорошо. Смотрите, какие странные губы. Это стало еще страшнее. Просто полный пипец.
все, вот это селект, потому что остальное у нас с вами заблокировано, друзья, потому что, смотрите, здесь у нас еще слева какие-то замочки, которые мне еще пока не удалось открыть. Что мне нужно? Это нужно купить, извините, сейчас я еще буду тратиться. У меня не получается, вот это вот танцы, вот эти опять эти ваши, смотри, тут у нас здесь отдельная папочка с танцами, то есть мы как бы не насмотрелись до этого, нужно еще посмотреть, ну извините, я этого делать не буду, я хочу мыться. На-н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 а. Как странно выглядит какая-то красная ванна с зеркалом, в которой отражается тоже плитка. Это как получается? А посмотрите на лицо вот этого чувачка, который у нее под ногами. Я половинку вам смою, чтобы вам было видно, да, то, что за лицо. Смываем. Идем в зал. Чисто, кристально чисто. Кто ты такая? Я проклятая кошка. Кто тебя проклял? Меня прокляли мои разработчики, это они во всем виноваты. Приходи ко мне сегодня в 3 часа ночи, я расскажу тебе больше. Ребята, у меня произошел с ней только что настоящий нормальный диалог. Она сказала приходить к ней в 3 часа ночи, и я обязательно к ней приду. Так что жди меня. Давайте немножечко ее еще помурыжим, чтобы она не передумала. Воу, вот это заявочка, друзья, вы видели, она меня вот так вот сделала. А теперь она засмущалась, какая скромница. Ой-ой-ой-ой-ой. Мяу! Классно, мне это нравится больше всего. Мяу! Да ладно, давайте поглажу пузико. Давай. Ну давай, пузо разгладь. Вот. И поцелуйчик напоследок. Ой, спасибо, до вечера, моя сладкая, точнее, до ночи, пока. Сладкая, точнее, до ночи, пока. Вот такая у нас сегодня была игра, друзья, надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также посмотрите вот это видео, я уверена, оно вам понравится, оно классное. Люблю вас, целую, пока.